Девочки, здравствуйте. Меня зовут Надя, и я работаю с Вахой в агентстве Оксана Лав. Сегодня я хочу представить вас своему новому клиенту по имени Даррелл. Даррелл – надежный, добрый, стабильный мужчина, который пришел к нам для того, чтобы встретить свою любовь. А особенно важно то, что он готов привести сюда, в Америку, девочку из России или Украины, для того, чтобы создать правильную, крепкую, традиционную семью. Давайте посмотрим на нашу с ним беседу. So, Daryl, what's the weather like in Ohio today? The weather is a little cool today and rainy, but it's supposed to be nicer tomorrow. Wonderful, especially since now we're working on a wonderful video recording for a very special girl, right? Yes, we're going to bring some sunshine, for sure. So, Daryl, tell me a few words about yourself and where you live. I live in Mecca Township, Trumbull County, Ohio, on the backside of a farm. It's a wonderful place. I had the chance to have a look at your beautiful house. What a blessing. Can you tell us a few words about the house where you live and about your family? Well, I started to build this house in 1980. It is a 3-bedroom brick home with a basement. It's wonderful. I mean, it's very impressive construction and right on the lake as well. Love it. So, Daryl, tell a few words about what you do for a living, because I know that you start working very, very early. So I would like you to share this story with our girls, because I sincerely believe it will make a difference. Just a moment. Девочки, вот только что Даррелл поделился с нами информацией о том, что он живет в прекрасном доме на озере, достаточно такой сельской местности, но при этом в прекраснейшей локации. У него большой дом с 3 спальнями, а также сейчас он будет с нами делиться информацией о том, чем он занимается по жизни. Потому что Даррелл начал работать очень-очень рано. И вот я у него сейчас спрашиваю, что же происходит в его карьере. So tell us a few words about your career and about your business background. Yes, when I got out of high school, when I graduated, I bought a dump truck and started a dump truck service. I then kept the dump truck and went to a steel mill and worked there 34 years and retired with a pension. And now I with a pension. Wow, that's amazing. And you still have it? Yes, I still have my pension. Mm-hmm. Okay. And then I started a business called Daryl Stuff that has a website. And I currently farm the family farm by myself. Wonderful. I will definitely provide this website to our girls so they can actually understand what you do for a living right now. Just a few moments. Ну вот, девочки, он поделился с нами информацией о том, что начал он работать очень рано, начиная с 12 лет, потому что они потеряли папу, и, соответственно, он был единственным мужчиной в доме. И, конечно, сначала работал на кого-то и поменял не одну работу, но уже долгое время владеет своим бизнесом. Так, девчонки, а сейчас мы смотрим на веб-сайт Даррелла. Я бы хотела вас познакомить с товарами, которые он продает здесь, так бегло, конечно. Что могу сказать? Однозначно все вот эти товары, и тут и сауны, гасунокосилки, а также storage units, ну типа такие переносные сараи, это все то, что просто необходимо в том районе, в той эре, где он живет. Поэтому этот бизнес перспективный, развиваться можно здесь и самой, если вы захотите помочь ему. Так что обратите внимание, насколько четко у него все построено. Все аккуратно, здорово, и можно очень даже хорошо здесь заработать. Мужчина молодец. Очень важно то, что несмотря на то, что он какое-то время работал на кого-то, у него хватило сил, смекалки, сноровки открыть свое дело, которое очень-очень популярно сейчас как раз-таки в его штате. Так что обратите внимание. Okay, so Daryl, in this case, since you're a business owner, would you like your lady, your future love, to actually help you to run this business together with you? Yes, I would like her if she would like to work in the business with me, or if she would like to start
a business on her own or stay at home or work away from the home. I don't have a problem with whatever she would like to do to make her the happiest as possible. Wonderful. Девчонки, Дарл только что сказал, что, конечно, он будет рад, если у вас будет настолько классное взаимопонимание друг с другом, что вы будете готовы помочь ему вести его бизнес. Но при этом он совершенно открыт к тому, чтобы девочка просто радовалась жизни, наслаждалась природой и вполне возможно учила английский язык, потому что когда вы приедете сюда, в США, скорее всего, вам нужно будет пройти американскую, ну, какие-то американские классы, учить английский язык. Мужчина добрейший. И давайте еще поспрашиваем что-нибудь интересное у него. Okay, so Daryl, now tell me more about what fun things you would like to do with your future wife. Well, I like to go to fairs, amusement parks. I'd like to take her to California and see Disneyland and Knott's Berry Farm. There's several things in the United States to see, such as the Grand Canyon and that. I'd like to take her to Washington, D.C., see the state capitol, some of the museums. And I really like I say, county fairs and that, and flea markets. In fact, I have a display at the local county fair for my business. But I would take her all different kinds of places if she would like to travel. So how many vacations a year you plan to take? Sounds like it's 2, 3, or 4. I'm kind of curious. Well, probably 2 big vacations and several small vacations that are maybe long weekend type things. It just has to kind of coincide with the farm. I grain farm, so I'm not busy every day on the farm, but we do have spring planting and fall harvesting, and then we do have the little business to run part-time also. But I'm planning on some traveling with her as much as possible. Так, девчонки, смотрим. Мужчина нам пообещал 2 больших отпуска в год и 4 маленьких таких, знаете, по стране поездить, посмотреть. Ну, мне кажется, замечательно. Вот вам, пожалуйста, мужчина, который заработал достаточное количество ресурсов для того, чтобы вас баловать. Okay, so Daryl, in this case, since we're talking about your perfect ideal match, right? Tell a few words about your expectations from the girl. Because I know that you open to bring her from overseas, right? Yes, I am open to bring her from Europe, Ukraine, wherever she is at. I realize there's a war now, but I'm willing to help bring her to United States. Wonderful. Девчонки, вы смотрите, насколько добрый мужчина, насколько четко он понимает вообще все то, что происходит в мире. Он действительно готов к тому, чтобы взять на себя ответственность и привести вас, скажем так, из Европы. Это не важно, может быть, Украина, может быть, Россия, могут быть совершенно другие страны. Но он готов к тому, чтобы приехать с вами встретиться сначала, скажем так, в Европе, или же куда-нибудь сюда поближе вас привезти к нам, а дальше построить семью и пригласить вас к себе в свою жизнь. Wonderful. So, Daryl, I kind of curious a little bit about your plans. Because I know that you really love children, even though you've been a single kid, right? You've been the only child. And you experienced, you know, kind of what it's like to be an only kid. So your main goal is actually to build a bigger family, right? Tell us yes, about this. Yes, mm-hmm. Yes, I would, if she already has children, that would be okay. I would accept them as my own. And also I'd like to possibly have 1 or 2 with my future wife, if I could, and we would build a loving, happy family together. Обратите внимание, что мужчина совершенно легко примет свою жизнь и надеется толково воспитать ваших детей. Он будет очень рад, если у его будущей спутницы уже есть детки, а также готов завести своих детей, потому что деток у него нет. И, конечно, очень бы хотелось пробовать это такое счастье быть отцом и мужем. Okay.
So, Daryl, at this point, I'm pretty sure that this very special lady is looking at you right now. Do you have a few words that you would like to share with her? Yes, I've been searching for you for quite a while. I promise that I will love, care, cherish you, and treat you as best as I possibly can, and that we will have a fun life together. I like to do a lot of different things, and hopefully my health will stay good and that we will enjoy ourselves and have a wonderful life together. Wonderful. Thank you so much for these kind words. Девчонки, обратите внимание, насколько открыто, честно мужчина относится к вашим будущим отношениям. Он будет очень рад приехать в Европу, с вами познакомиться, привезти вас сюда, в США, позаботиться о всей документации. Также, если нужно будет, научит вас английскому языку. Пожалуйста, обратите внимание на то, что живет он хоть и в сельской местности, но при этом это всего лишь 3 мили от магазинов и шопинговых центров и так далее. Так что бояться не надо. Мы уже все с ним обсудили. Он совершенно готов купить вам любую машинку, которая вам подойдет, какая вам понравится. А также научить вас, как доехать до ближайшего центра там, или до спа, куда вам нужно будет уехать. Поэтому, пожалуйста, не переживайте за то, что он живет в сельской местности. Он на все для вас готов. А также у него совершенно все выплачено. Все деньги, которые вы будете зарабатывать, будут уходить только на вашу радость, счастье и воспитание ваших будущих детей. Так что обязательно дайте мне знать, если мужчина вам понравился. И до скорой встречи. Спасибо.